Ну вот мы снова вместе. Спасибо за то, что остаетесь с нами с рубрикой «Мода». И вот уже на вашем экране особый лот для вас. Это набор из 3 пар колготок в упаковке. Пользуйтесь нашими акциями, потому что они очень выгодны. И, конечно же, колготки – это именно та часть гардероба, которая необходима каждой женщине. Мы используем колготки каждый день, но не всегда, может быть, знаем о том, что есть не просто обычные телесные или черные, ну максимум, да, черные колготки, которые мы можем позволить себе на выход. Нет, есть еще вот такие интересные решения. Колготки люрекс, то есть колготки с люрексной нитью абсолютно разного цвета. Ну, посмотрите, ну цвета, цвета завораживают. Это и серый, и персиковый, и черный. Какой больше нравится, такой наденете на новогоднюю ночь. Но поймите, что вы все 3 цвета получаете в одной упаковке. Платите вы единожды. И получаете для себя вот такую новогоднюю разноцветную радугу. Прекрасная экономия, вы только задумайтесь, если хотите, будьте разной, или же возьмите в целую упаковку для себя и для своей дочери, например, в любом случае выиграют все. Ну а мы рассмотрим более детально. Я вижу, Юлиана, какой прекрасный носочек, какая качественная оборотка. Посмотрите на шов. Вот вы знаете, бывают такие некачественные колготы, на них плотный шов, который нам мешает, а здесь он плоский, он никогда не будет давить, а значит, вам будет хорошо. Ну, конечно же, основное преимущество данных колгот – это то, что здесь есть люрексная нить, которая как бы вплетена в основу, и, конечно, именно она создает вот такое мерцание. Посмотрите, как изящно смотрятся эти колготки, как необычно. Мы уже забыли о том, что такое разнообразие дизайнов в колготках. Я с тобой абсолютно согласна, а так хочется отличаться от большинства женщин. Так хочется быть особенной. И мне кажется, вот эта та самая люрексовая нить, которая вплетена в структуру этого полотна, она делает нас особенными. Она делает нас особенными. Подумайте, любой простой наряд, то же самое черное платье, как говорила Коко Шанель, классическое маленькое черное платье, можно вот таким образом освежить. Просто добавьте колготки любого цвета из представленных на выбор. Очень, кстати, интересные цвета, да, вот такой вот. Это правда. Коричневый цвет с золотой нитью, розовый цвет также с добавлением люрексного плетения, которое мерцает и завораживает, и, конечно же, серый или антрацитовый с добавлением, вы знаете, я бы даже сказала, что это цвет морской волны, вот этот люрекс, который здесь добавлен, ну, эффект просто потрясающий. Да, эффект на лицо, между прочим, настоящая леди никогда не будет экономить на маникюре, на колготках и на духах. Вот, если вы себя все-таки причисляете к высшему обществу, вам хочется соответствовать, на вас должны быть высококлассные элитные колготки люрекс. Конечно же, это колготки, так необходимые каждой женщине. Еще и учитывая, что это не просто колготки, а красивые, с люрексной нитью, с интересным мерцанием. А давай, знаешь, поговорим с тобой о практичности, потому что очень важно, чтобы ластовица была качественная, чтобы в тех самых интимных местах, где так часто рвутся колготки, нас никакой конфуз с вами не обеспокоил. Посмотрите, она достаточно прочная и отлично тянется. Между прочим, она выполнена в цвет, что также говорит о том, что дизайнеры продумали все до мелочей. Да. И, конечно же, ваше внимание хочу к тому... Надя, факту... швы, какие швы? Вот в том самом интимном месте. Нам не хочется, чтобы нам что-то давило. Хочется испытывать комфорт. Здесь вот как плоские... раз такие швы никогда не будут врезаться в ваше тело. Здесь плоские швы и очень комфортная резиночка. Вообще, в принципе, рассчитана на женщин не хрупких, потому что размеры доступны сейчас у нас в наличии от L до XL. Посмотрите, какая широкая резинка. Она не будет скатываться. Она будет очень мягко облегать ваше тело и, в принципе, создавать тот необходимый комфорт. И, конечно же, вот эти плоские швы, куда без них, потому что колготки нужно смоделировать, они должны поддерживать нашу фигуру, а не уплощать ее. И здесь как раз-таки эта задумка дизайнеров воплощена. А, Надя, тебе известно, что тут комфортная посадка на уровне женского пупка. Это не какие-то колготки на бедрах. Нет, посадочка именно на уровне пупка. Такая необходимая нам. Это правильная, между прочим, посадка и такая удобная. Надя, не знаю, как у тебя, а у меня любимая. Я понимаю, потому что посадка на бедрах... Когда-то
некогда была очень в моде, но это ужасно неудобно. Неудобно, когда порой даже нижнее белье видно. Поэтому вот такая посадка, это комфортно, это надежно и это, конечно же, удобно. Не забывайте про то, что 3 цветовых решения прямо в одной упаковочке вы и получаете. 3 цветовых решения в одной упаковке. Вы просто потом сориентируйтесь, подо что вам и что именно надевать. Действительно, у вас будет целых 3 варианта для того, чтобы экспериментировать со своим образом. Ну и, конечно же, цвета у нас разные. Вот Юлиана сейчас показывает, это серый цвет с люрексной нитью, скажем так, такого голубоватого, холодного цвета. Доступны также еще черные, я бы даже назвала их коричневыми колготками, за счет того, что здесь золотая нить вставлена, и персиковый. Посмотрите, какой красивый, нежный цвет. Надя, а тебе известно, в чем вот исключительность этих колготок? Почему они такие особенные? Потому что вот такой дизайн с люрексовой нитью у нас по всей ноге. Не только до уровня своеобразных шортиков, вот как обычно это бывает. Нет, по всей ноге. Поэтому, если вы хотите надеть слишком короткое платье, всегда знаете, что колготки не будут как-то видны неэстетично. Да, дело в том, что они, несмотря на то, что они достаточно прозрачные и облегченные, смотрятся они, может быть, даже плотными. Это значит, что все неровности будут скрыты, наши ножки будут ровненькими, подтянутыми, потому что все как нужно приподнято в нужных местах. Ну, а люрексная нить просто не замораживает взгляд от ваших ножек. Если честно, сразу, Надя, хочется праздника, хочется чего-то особенного, хочется волшебства. Скоро новогодняя ночь, и любой, даже самый экономичный гардероб можно эффектно оживить вот такими праздничными колготками. Праздничные колготки должны быть у каждой женщины, потому что это необычно, потому что это интересно. Позвольте себе праздник каждый день, не только на Новый год. Оставайтесь с нами. И все, увидимся.